Я Елена Гончакова, я специалист по персональному брендингу. Получать удовольствие от жизни, делать то, что я хочу, при этом понимая, что все мои близкие, у них все хорошо, и что я никому не мешаю, наверное, и в первую очередь не мешаю себе как-то развивать себя. Да, я стараюсь себя поддерживать в форме, я стараюсь регулярно ходить в зал, я стараюсь правильно следить за своим питанием. Конечно же, не всегда получается, потому что очень много бывает соблазна в этой жизни, но, в принципе, я пытаюсь даже вот ту же воду, в принципе, регулярно пить. Для меня очень важно высыпаться. Это первое, что самое основное, потому что если ты не получаешь то количество сна, которое тебе нужно, то все остальное, как бы даже спортом не сможешь заниматься. Нужно чаще говорить «да» себе и чаще говорить «нет» на вещи, которые ты не хочешь делать. Или ты не хочешь, чтобы они были присутствовали в своей жизни.